Конечно, делать какие-то выводы, тем более без анализов, это дело такое неблагодарное. Насколько я знаю, псевдоэфедрин повышает давление. Ну и как следствие, индивидуальные реакции в виде сосудистых спазмов. Понятно. Давно ты бросил его принимать? Уже как 3 дня без них. Ну и как? Бегать, конечно, тяжелее, зато после тренировок голова перестала кружиться. Понятно. Вот что. Тебе надо понаблюдать за своим самочувствием. И если давление придет в норму, значит, причина действительно в этом. А если нет? Василий Геннадьевич, я хоккей не собираюсь бросать. Я понимаю. Еще раз повторяю, тебе надо понаблюдать за своим самочувствием. Понятно. И последний вопрос. Если вся команда его пьет, почему симптомы только у меня? За травму головы? Думаю, что да. Ясно. Ладно, спасибо. Давай, будь здоров. И ребята, мне что сказать? Их же тоже пичкают этой фигней. Значит, еще раз повторяю, ситуация неоднозначная. Наверняка ваш врач знает, что делает. И соблюдает дозировку. Просто у тебя случай такой неординарный. То есть ничего не говорить? Пока нет. Я сам с вашим врачом поговорю. Понял. Еще раз большое спасибо. Не за что. Отцу привет. Обязательно. Молодежка. Взрослая жизнь. С понедельника по четверг в 20:00 на СТС.